Что для вас Единая Россия? Партия, место работы. Исполком Единая Россия, место работы. Уверен, что несмотря на всякое порицание, да, и ту славу, которую в том году Единая Россия благодаря действиям оппозиции обрела, и за ней немало грехов, но есть несомненно и то, что она сделала. То есть любая сила, которая создается в России, она, к сожалению, обречена на поругание. Да, и тот же самый наш нынешний президент, который в начале прошлого десятилетия был просто в немыслимом апогее славы, в начале этого года с интернет, со средств массовой информации такого про него наслушался. Но ведь и в то, и в другое люди верят. Что для меня Единая Россия? Механизм, которым можно воспользоваться для того, чтобы, опять же, реализовать проекты, направленные на изменение ситуации в республике, изменение в лучшую сторону. Каких-то вот таких непосредственных решений, что давайте мы все вместе перекрасим дома в розовый цвет, станет ярче жить, и вот это было реализовано. Нет, таких нет. Что-то конкретно работаем непосредственно над сознанием. На мой взгляд, здесь более трудная, более, скажем так, по времени долгая, но более эффективная работа. Сознание людей. В том числе, вот считаю, что одной из своих заслуг как раз те события, когда молодые люди, ну, Республики Карелия выходили, вот как раз молодые, там, 20-22 лет, выходили и открыто заявляли свою позицию, там, в том числе и против Единой России, да, то есть просто заявляли о своей гражданской позиции, что они готовы идти и что-то менять. Многие из них действительно готовы идти и что-то менять. Вот считаю, что именно это наша заслуга. И гражданское общество, возможно, именно при таких, ну, при наличии большого количества таких людей. То есть Единая Россия, опять же, на мой взгляд, партия не столь зашоренная, как ее пытаются показать, потому что она в том числе работает и на создание той же самой оппозиции. Ну, как я уже выразился, косяков из-за них хватает.